турнирной таблице. И Мартинович сказал о том, что у него самого нет ответа на данный вопрос, что будем разбираться. Однако, в любом случае, на концовку сезона у нас стоят задачи. На фланге здорово действует Нарк. Уже в штрафной площади бьет поворот, его забивает! 7-я минута. Фрэнсис Нарк делает счет 1-0. Обокрал защитника буквально на лицевой линии поля. И дальше самостоятельно все зарешал. Потрясающее начало для Славии в этом матче. Ну и очередная ошибка от защиты бобруйской команды. Наверное, как раз-таки поэтому выходили сегодня с тремя в центре. Нужно было добавить надежности, то, чего не хватало.